Градстрой, привез подписчиков, рабочая одежда сегодня на объекте. Провели диагностику скважины, человек тут приехал, я ролик выложил на канал. Я вообще люблю все это инженерное дело. Обнаружил тепловой насос, редко встречается такая тема. Вот, сейчас Павел нам расскажет, что за зверь такой, как он давно поставил, и вообще, удобно ли пользоваться, сколько расход, ну так, основные моменты какие-то. Давно вообще смонтировал ты тепловой насос? Эксплуатирую больше 4 лет. Ты как, тебя снимать, не снимать? Тебе все равно? Или лучше не снимать? Не, да. А, ну ладно, вот он тут за кадром останется. За кадром я останусь. Эксплуатирует тепловой насос уже больше 4 лет. Больше 4 лет, да. Фирма питерская наша. Угу. Собственно, вот название ее. Правда, она сейчас по-другому называется. Сейчас она называется Термекс. Все наверняка ее знают. Фирму Термекс. Вот нагреватель делает. Ну, они вот сейчас. Ну, кто не знает, в двух словах, наверное, можно сказать, что тепловой насос, он работает за счет разницы температур на глубине скважины, да? И да, 3 штуки по 83 метра. 3 скважины по 83 метра у него пробурены, опущены зонды. Вот, и, соответственно, насос качает какую-то жидкость, да? Пропеллинг какой. Пропеллинг. Ну, антифриз, если антифриз. Можешь говорить, антифриз. И как за счет разницы температур он выдает какую-то это самое. Ну, даже вот если посмотреть на экране, вот, из земли сейчас у нас идет 4,5, насос как раз включился сейчас. Подача вот 34 и возрастает. Угу. Соответственно, у нас температура воздуха, температура в теплых полах, это у нас горячая вода. Ну, это в радиатор идет. Система отопления. То есть у тебя он греет все, да? То есть и теплый пол, и горячую воду. Да, и горячую воду, и руки скоро запустим, надеюсь, ну, может, через пару лет. Ага. Охлаждение еще. Кондиционирование, да? Ну да, простое. Угу. Пассивное, так называемое. Понятно. Вот скажи, сколько он вообще обошелся тебе, вот, оборудован ты это? Ну, если в общей сложности, на тот момент где-то порядка 800 тысяч. 800 тысяч оборудования? С оборудованием, с бурением. Ну, с работ котельная с материалами. А уже работы я уже сам здесь сделал. Ага. Все связал. А сколько тебе объявлял фирма вот за монтаж вот этого всего? Если не ты делал, а фирма делала, не помнишь? Не помню таких. Ну, там, я думаю, не меньше 300-400 тысяч, наверное, да? Обвязка бы стоила? Да нет, обвязка намного меньше стоит. Ну, сумму я не помню. Не помнишь, да? Но. Ну, расскажи вообще, вот, а сколько вообще вот затраты на, допустим, 800 тысяч плюс там, ну, там, условно говоря, ну, миллион, да? Сейчас, ну, наверное, просто, и дороже, блин. Сейчас, конечно, дороже. Все. Ну, условно говоря, 1,5 миллиона, наверное, все будет стоить там? Ну, все зависит от мощности, наверняка. Угу. Это на сколько квадратов у тебя? 120. 120 квадратов, 10, да? 10 киловатт насос. 10 киловатт насос, да, получается? Потребляет где-то в трое суток, ну, в зависимости, он же, чем меньше он нагревает по температуре, тем он более эффективен. Ну, по эксплуатации где-то, получается, 100 киловатт где-то за, в зимний период, за 3 дня. Соответственно, в летний... Меньше? Меньше. Ну, 600 рублей. Было в прошлом году за горячую воду в летний режим. А зимой сколько уходит? А зимой в день? День не считал. Ну, 3 дня. В месяц. Ну, 100 киловатт. 3 дня, да? 3 дня где-то. 100 киловатт, 3 дня. То есть киловатт у нас сейчас в районе 5 рублей, да, стоит? Ну, это деревенский 6 с мелочью. Вернее, городской 6 с мелочью, а деревенский 4 с мелочью. 4 с мелочью. Ну, допустим, 400 рублей 3 дня, да? Ну, да. Умножить на сколько? 5-7 тысяч в самые морозы. 5-7 тысяч, да. Самый мороз уходит. Но, однако, блин, сравнимо с газом, да? С газом не сравнивал, нам хоть провели газовую трубу буквально в этом году. Нет, в конце того года. Ага. Соседи. Кто-то провел, кто-то нет. Ну, понятно. Мы не заинтересовались этой темой. Понятно. Короче, 5-6 тысяч в месяц зимой вот это все оборудование потребляет электроэнергии и выдает, соответственно, 10 киловатт тепла в дом. Все на автомате. Работает само по себе. Это что, бойлер, да? Это на на горячую воду. Бак, а это на горячую воду. На горячую воду. Это теплый пол, что ли, да? А тут все подряд уже идет. Там и теплый пол идет, и в радиаторы.
А какой-то он требует внимания, там, к нему там что-то надо заливать, доливать, там. А как обслуживать вообще этот насос тепловой? Ну, один раз фильтр я почистил, вот этот вот. Грязевой. Ну, он там специальный. Не косой, а специальный, с дисковыми этими перфорациями. Я понял. Да, и все, пока больше я туда... Не лазил, да? Не лазил. Первые, наверное, полгода настройки было. Щелкал, да, настройки? Ну, я, да, щелкал настройки, то есть все разные тут настройки. Тут можно и бассейн даже нагреть, если при желании. Ну, у меня такой потребности нет, поэтому я бассейном не топлюсь. Ну, что у нас тут есть? Это основные настройки. Мы настраиваем здесь, соответственно, что нам нужно, какие у нас будут отопительные элементы. Ну, потом, соответственно, каждый контур настраивается по своим параметрам. Горячая вода, ну, бассейн, соответственно. И вот сервисное меню. Чё, какие аварии, время работы, какого чего. Ну, состояние выходов, ну так, информационно, но достаточно вот на этом все понятно. Можно разобраться. Все показывает, да, сколько идет, сколько... Ну вот если обратили внимание, он отключился при 40 градусах. Так как у нас сейчас температура на улице 0,8, у нас получается, что он вот здесь вот показывается, что вот сейчас при такой температуре расчетная температура теплоносителя... 37,4 градуса. Вот я туда не лезу, так любопытничать, зайдешь, посмотришь, работает, не работает. А так, что? На улице стало холодно, он включился. На улице жарко, он отключился. Удобно. Ну, да, такая вот тема. Я доволен. Все нравится, да? Да. Система. Но жена радуется, она сюда даже не заходит. Первоначальное вложение все-таки прилично, если взять там. Как мы прикинули, там 1,5-2 миллиона, да, на 120 квадратов. В принципе, блин, окупать замучаешься, конечно, блин. Ну... Но, с другой стороны, газ там 200 рублей подведение стоит, там само оборудование тоже стоит денег, там. Вот, конечно, не бесплатно тоже достается. Еще газовую котельную надо же обслуживать. Это ну да, там газовиками. Газовщики ходят, проверяют. Проверяют, а это взрывоопасно, все-таки газ. А здесь, во-первых, разгрузка электросети, собственно, потребляет еще максимум 3 киловатта со всем оборудованием дополнительно. А так бы, если электрический котел, да, тут какой-нибудь киловатт 15 нужно было, оно все подведено, 15 разрешено. Здесь 3 киловатта. И вот свободных киловатт очень много, можно хоть криптовалюту крутить, вертеть при желании. Поэтому... Ну вот, рассказали вам, как работает примерно тепловой насос, как он устроен, какие расходы на 120 квадратов домик. Домик из чего сделан? Из блоков? Брус и кирпич. Там таракан такой-то. Брус и кирпич, да? Да, не самая энергоэффективная конструкция, но... Так что вот такие дела, такие у нас интересные. Вот есть люди, звонят, оказывается, практика коллега, да? Тоже... Да. Ты же работаешь в этой сфере, да, что ли? Да? Да, я этим же и занимаюсь. Тепловым насосом, да? Да, тепловым насосом и занимаюсь. Ты в Коломне их, да, ставишь? Нет, по области. По области, да? В Коломне мало заказов. Мало заказов, по области. А ты в какой фирме работаешь? Ну, у нас тут общичок. А, своя, своя, да? Вдвоем работаем, да. Ну, большая команда партнеров, буровых также, так и второстепенных. Поэтому... Понятно. Себе и поставили такую, потому что знаем ее эффективность. Да, вот, кстати говоря, если что, обращайтесь, нам сделают, точнее, не нам, а вам, тепловой насос, посчитают. Насколько сейчас, ты знаешь, актуальные цены, сколько сейчас стоит на 120 квадратов там вот этот вот набор с монтажом? Ну, скажем, что на 10-киловаттник сейчас где-то котельная под ключ с бурением 1 800 000. 1 800 000, да? Да. Скажем, не такой топовый автомобиль, который можно себе позволить. Ну, понятно, понятно. Сейчас машины по 3 миллиона стоят. Да, это точно. Ну, в общем, 1 800 000, и у вас вот такая вот набор вот этого чудесного. Вот, и тепло в доме, и где угодно, да, там, по сути дела. Даже если у вас... У вас главное, чтобы электричество было, все остальное, соответственно. Да, можно в глуши поставить. Можно на берегу озера, можно где-то вообще
дотянуть свою ветку где-нибудь там в полях поставить. Ну, в общем, классная тема, интересная. Вот, мы теперь как бы знакомы с Павлом. Если что, на связи. Вот, если будут вопросы, кто-то посмотрит, заинтересует, спрашивайте. По всей Московской области тепловые насосы они ставят. Если что, я вас познакомлю. Да, уже даже в Затверскую область пошли. Порекомендую. И вот такие моменты интересные. Компания «Радстрой». Новости с полей. Всех благ. Удачи.